А, Барбос, наконец-то и ты. У меня есть тебе один серьезный разговор, мой друг. Видишь ли, ты оказал нам много пользы, научил подкатывать к телочкам и все остальное. Но ты не мог бы сделать нам одну услугу? Ты не мог бы хоть раз помыться? Я мылся сегодня утром. От тебя пасет какая-то куча трупов. Вот именно, мыло старый пират с запахом старого пирата. Почувствуй дух приключений. Ты? Это было охрененно. Мы знали, что вам понравится, и поэтому уже запустили в продажу. Что? Мы это продаем? Какого хрена? Ну ладно, пофиг, что там стреляется? Им уже занимается. Что там с китайцем? Я был под кайфом. Короче, Кеша, объясняю еще раз. Китаец, который заправляет нашей черепашей мыловарней и один ведает таинственным секретом приготовления мыла высшей пробы, чем так славится наша организация, оказался причастен к неприятному инциденту. Некто под условным названием «Другой китаец» совершил дерзкую попытку, как мы предполагаем, выведать тайный рецепт. И поэтому сегодняшнее наше задание состоит в том, чтобы... Грохнуть кого-нибудь? Нет, нет, конечно, идиот! У нас сугубо дипломатическая миссия. В общем, приходим к нему в дом. А, я пошел. Стой! Вяжем его и предлагаем рассказать свою версию событий. Понял. Нет, подожди. Тем самым мы не должны его убивать. Ладно, я попер. Понял, мать твою, Иннокентий. У тебя есть 2 минуты, чтобы ты объяснил мне, почему после фразы «не убивать китайца» ты пошел и застрелил гребаного китайца? Как это, черт возьми, произошло? Ну, я и сам не очень-то помню. Tico-tico-tick, oh tico-tico-tock, this tico-tico, he's a cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo, it's tico time for all the lovers in the park. A heavy date, a tete-a-tete at 8, so speak-o-tico, tell me, is it getting late? Кеша, похоже, наш китайский друг еще жив. Потащи его на склад. Если эта китайская суши запачкает мое сиденье, отмывать будешь своей кровью. Понял. Грузи его. Ладно, я возьму уже говносклад. А, ну в таком случае осталось подписать всего лишь некоторые бумажки, которые я счастливым образом заблаговременно подготовил. А, босс, извините, возникла проблема с посылкой из Азии, помните, черепашки? В общем, декларации по весу не совпадают. Я боюсь, что возникла какая-то ошибка, и нам не привезли черепашек. Это плохо, мать твою. Че вылупился, борода? Сделка откладывается. Ну что, мой китайский дружок, пора рассказать, на кого работаешь. Он что-нибудь сказал? Нет, Кеша, ничего. Можете делать со мной все, что хотите. Я ничего вам не скажу. Суки. Ну что ж, пришло время для... Куда же я ее положил? Она была где-то здесь. Для интрески. Ну как теперь насчет дачи показаний? Не убивайте, я сейчас скажу.
Здорово, парни, что делаете? О, мочите китайца! Мажами с вами! Парни? Ты курьер? Да. Открывай. А ну-ка свали. Слышь, ты ничтожество. Где мои черепашки? А, тут, видимо, произошла какая-то ошибка. И вместо ваших черепашек вам прислали правительственную кучу денег. Я без тебя это вижу, же полиция. Штамитель, без тебя мыло делать. Здорово. О, чё мы теперь туалетную бумагу будем производить? Это ты у курьера спроси. Да блин, парни, я же уже сказал, что ничего об этом не знаю. Так, мне это все надоело. Значит так, это дерьмо сжечь, этого мудозвана выпотрошить, этому отстрелить яички. Что? Что ты сделал? Я на него уже показывал. Ты чё, парень, как тебя зовут? Мои яйца. Странное имя для человека без яиц. Да не записывай эту шутку. Где курьер? Наверное, это больно. Что ж, Полит, я поручаю тебе ответственное задание. Ты должен съездить и обо всем разобраться. Будет сделано. Долбаные говнюки. Что так сразу ласером? Же китайцы грохнут из тебя. Все, теперь ты твой китайец. Уезжай на тачку барона, устрой тебе несчастный случай. Тьфу. Охрена, 6 пуль в животе. Сами-то по 10 штук на дню валят. Неужели барон сел на полпеченьку? А, черт, стена, мать ее. Лучше, чем обычно. А, черт, тачка. Что я скажу парням? Да все тип-топ, парни, да. Несчастный случай, поскользнулся на кафеле, да. Как вы говорили? Дебилы. Я почуял, что вокруг меня происходит какое-то говно. А мыльный бог слушает. Мудак с накладной бородой, пытавшийся не навязчиво толкнуть в склад с кучей динамита, уже давно пытался сверхнуть с меня с мыльного трона. Но все это время ему мешали мои бравые ребята.
все китайцы знают кунг-фу, я сразу понял, что вся эта дешевая история с азиатскими мордами не иначе, как попытка этого говнаря привести моих людей в лапы смертоносного ниндзя. Но они сработали четко по плану. Того, Бонна все время прикрывал их на случай, если этот клон в бороде наймет негра для сбора компромата на мою команду. Когда вместо партии среднеазиатских черепашек я получил целый ящик какого-то зеленого хлопчатобумажного дерьма, я осознал, что настало время нанести ответный удар. Именно поэтому и палит. Следуя моему экстрасенсорному приказу, поехал разбираться вовсе на почтам, а прямиком на вражеский склад мыла. Были дерьмовый денек. А, что ты встал? Валим отсюда. А я наоборот думаю, что мы уже приехали. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, тщательно изучив ваше резюме, мы пришли к выводу, что вы нам подходите, доктор. Как вас там